Portekiz Klitor. Похож на дно корабля или лодка. Они верили, что если человек это моряков, это чист, на второй жизни они будут работать как моряков. Поэтому всегда они думали, что у них Клитор похож на корабля или лодка. Это значит, второй жизнь тоже моряков будет жить свою жизнь как моряков. 17 или 19 штук разных саркофагов можно видеть там. И экскурсия, кстати, историческая, сейчас вообще закончилась. История тоже закончилась вообще. Чуть подальше там видно будет эта надпись «Амидия». Чуть подальше там есть спокойная бухта. В автобусе рассказал вам, что это отшельный город Кекова. Первое название это Какагуба. Что означает Какагуба? Какагуба местно, которые разные храм выращивают, еще они могут кормить свой животных и здесь. Самый знаменитый трав и здесь это вообще тимьян. Тимьян очень знаменитый. Если вы заметили, вот такой камень это известняк. Они резили вот такой камень известняк благодаря обсидиан. Если вы видите здесь очень большой камень, монолит камень, это значит, во время великие сами построили и жили монолиты. У них небольшой землетрясение здесь. Сами большой. Они видели землетрясение, это как на цунами. Я так вот... Орда девам ediyorsunuz, kız görmedi. Во время землетрясения 90% места затонул. Посмотрите, пожалуйста, это море, как озеро. Между два места. Например, напротив, там находится полуостров Симена. Мы тоже катаемся туда, после этого места. Сразу Кекова вам надо знать, что Кекова только и здесь. Жизни вообще нету. Иногда люди, которые живут напротив деревни, они оставляют у них козы, которые живут на кнопке, оставляют у них козы, потом Hello. Их собрать. Еще вот это место канализация, кстати. Эрна Шонгон Сиди. Слева стороны это канализация. А. Римский туалет уже там был. Они пользовались так, как Латвин. Что такое Латвин? Латвин вообще это общий туалет. Но первые римляне, монитры у них там вообще есть не были. Богатые люди, монитры у них там вообще туалет и баня не было. Поэтому они построили вот такой Латвин. Еще вот это здание, тут есть римская ваня. И дело прекрасно, думаю, что они там лежат. Мы сейчас все по полу. Какого бы там? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? If you interest, if you have interest, you can look from left side, okay? Посмотрите, пожалуйста, русскоговорящие гости. Сейчас, чуть подальше видно будет. Если я тут вам можно снять видео, вам можно фотографировать. Сейчас, чуть подальше видно будет. Все это будет. Посмотрите, Еще раз посмотрите.
Thank you. Pastor, you need villa now. Gibi. Otobüs kabin nostrop bizde. Duyunu da acaba başarılı. İyi. Видите, там на море сразу на слева стороне, там видно это Харкопа, символ этого места. Если вы читаете информацию про этого места, вам можно видеть, везде вот такой саркопак сразу на море находится. Символ этого места вот такой саркопак. Поверим себе цвет тоже, стало на море сразу. If you look over there also, you can see саркопак the examples, is also symbol of the city. Этого города вам можно видеть надпись Ice Cream. Там написано Ice Cream. Это мороженое. Но у них есть в моменте мороженое здесь. Еще морские продукты, рестораны есть здесь. Отели есть. Много отелей есть. Маленькие, симпатичные отели есть здесь. Рестораны очень много. Местные жители, например, летом здесь отдыхают. Это очень спокойное место. У них магазины вообще мало, поэтому для турки, для мужчин вообще идеальное место для своего отпуска. Почему? У них